Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об Играх, и мы продолжаем проходить Dune, The Battle for Arrakis, за ордосов. За зеленых наших ордосов. В прошлой серии мы вот третью миссию одолели. Достаточно, в принципе, легко. Я рассчитывал, что будет сложнее. Ну, возможно, столкнемся с большими проблемами здесь сейчас в четвертой. Итак, четвертая миссия – ордосы. Погнали. Что? Сардукары помогали нашим противникам во время твоего последнего задания? Я лично проверю это. Тем не менее, не стоит забывать о жалких силах потрясающе тупых харконинов, рискнувших оставить их в этом регионе без прикрытия. Твоя задача – уничтожить их максимально быстро. Угу. Так, что за совет дашь? Постройка транспортеров ускорит процесс сбора спайса и увеличит наш доход. Ну, такой себе советик. Лучше бы Катюша разработал, блин. Ё-моё. Так, ну да, сейчас мы будем воевать с харконинами вот на той длинной справа земле, похожей немножко на Камчатку. А, вот. Да, именно. Как я уже сказал, здесь у нас Катюш не будет. Здесь, ой, уже танки есть в самом начале. Великолепно. Великолепно. Так, нападать они будут вот сверху, справа. И справа же с востока, короче. С востока и с северо-востока. Вот так, короче, скажем. Они здесь будут нападать. У них здесь, насколько я помню, две базы. Одна малюхонькая, а другая основная большая. Ну вот, по-моему, тут подляна есть. Тут, по-моему... По-моему, здесь на маленькой базе главный завод. А на большой, типа основной, там нету главного завода. И это и есть подляна. Может быть, я путаю. Может быть. Так, и здесь опять будут черви. Вот ордосам что не везет, у них постоянно в начале черви есть. Так, сразу две станции здесь ставлю, это потому что здесь однозначно надо. Так, сюда. И теперь харвестеры. Как раз, по идее, должно хватить на два сразу харвестера. Так, а поехали-ка съездим на разведку. Вот тут внизу есть ли... Так, ну-ка, съедь отсюда. Потому как... Ну-ка. Давай. Ну, здесь-то червей нету. Так, а он сам... А, вот здесь есть, хорошо. Я помню, где-то на задворочках у нас тут должно быть что-то вкусное. Так, ладно, ставим тогда второй завод сразу и добываем. Вот сюда у нас на периферии, точнее... в авангарде наших... О, во, смотрите-ка. Есть, короче, там спайс, но его лучше не трогать, потому что вот здесь где-то спереди есть червяк. Ну-ка. О, замечательно. Замечательно. На песок никого не ставлю. Техника пусть стоит на твердой земле. По ней червяк не может гонять. Иначе он... Как в фильме «Дрожь земли» просто разобьет себе рыло об это тело. Ой, хорошо, там даже двойная. Нормально, давайте, работайте, пацаны, работайте. 38 осталось золота. Это мало. Ну, чё мы... Здесь уже, кстати, пушки появятся. Стационарные, которые будут у нас оборонительные. Но я базу все равно никогда не оставляю без танков, потому что, во-первых, здесь пушки еще будут, которые недальнобойные. А, не ракета, не ракетницы, не зенитки, как бы, а просто, ну, они как вот танки будут постреливать. Вот, поэтому Катюши гораздо более дальнобойные, а у нас Катюш нету. А танк мобильный его направил и Катюшу убил. Вот, поэтому танки всегда должны быть все равно. Когда есть пушки, их можно меньше оставлять, обычно вот там где-то танка 4. Оставляю. Ну, можно 3, например, сейчас оставлять.
Так, ну хорошо, пока червя нету. Это меня радует. Здесь также будут нам противостоять и, соответственно, помогать Харконинам сардукары, то есть будет высадка фиолетовых. Да ладно, уже пришли. Тут уже быстро, смотрите, как они нападают. В принципе, практически сразу. Так, ой, не надо, а то откроем еще червя, ну его нафиг. Так, давай-ка сюда пока. О, ты уже заправился? Молодец. Так, сейчас ставим аутпост со второго заезда. Так, где-то вот так. И танковый здесь надо будет влупить. Так как есть Катюши, надо танковый прятать вглубь базы, чтобы они ближе как бы подъезжали, и их цепляли и пушки наши, и сами танки. Вот, поэтому танковый поставим где-то здесь, вот пост тут. Земля, конечно, не очень хорошая нам досталась. А, так. Ну, в принципе, по барабану ставим танковый. Потом аутпост. А, понятно, тебе тут не проехать. Мои войска загородили. Ну ладно, ничего страшного. Так, вот, о чем я и говорил. Вот она приехала, зараза. Видите, насколько далеко встала? Ничего не достает по ней. Ближе, ближе, пацаны, подъезжайте. Ой-ой-ой, как тебя влупило-то. Кошмар. Вообще она на близком расстоянии, она вообще бесполезная. Ну вот тут... Ага, вон еще одна приехала. Да куда ты наводишься, твою мать? Поначалу, да, тоже... Будет весело. Все, уже уничтожили, смотрите. А, нет. Так, что стоим? Что стоим? Ой-ой-ой, еще одна Катюша, ё-моё. Стреляй! Заводу хана! Главному сейчас будет. Смотрите, я забыл, что они так это начинают резво. Блин, нафига себе, чуть опять главный не уничтожили. Так, задави-ка его. Еще мы не воевали. Так, стоим тогда здесь. Никуда не движемся. Да блин, вот ты мразь. Че не стреляете-то? Ваша мать. Ближе подъезжаем. Че вы не стреляете, а? Стреляют поэтому. Кошмар. Так, заказывать надо аутпост, иначе, блин, нас сейчас развалят, блин. С этими Катюшами. Первая у них массированная, конечно, атака, пипец. Стреляй сразу. Во, все, она даже не успела выпускать снаряды. Вы поближе подъедьте. Так, а вот так, наверное, сделаем. Угу. О, еще везут. Так, что у нас тут? Апгрейд. А, ну опять это. Ой, сейчас хоть улучшать ничего не надо, сразу танки доступны. Все, и больше у нас здесь ничего в этой миссии не появится. То есть у нас... С вами. Так, откуда у них основные силы прут? Все-таки сверху, по-моему. Поэтому этих сюда, пацанов. Так, отлично. Мы начали танкостроение. Это замечательно. Так, надо сверху бы что-нибудь еще поставить. Дабы закрыть. А, здесь уже еще и репейр появится. Отлично, отлично. Сейчас мы тогда... Блин, ну опять же репейр. Так, тебя я, наверное, вот сюда пока отошлю. Ты это. Так, репейр. Ну, по идее, его рядом с танковым надо ставить. Так-то, по логике, а не сверху. Но тут база главная, блин, на распашку.
Ладно, да, поставлю здесь. Будет нормально, я думаю. Так, вот здесь желательно промежуток все-таки сделать. Между главной базой, между танковым и улучшателем этим. Не улучшателем, блин, а этим. Репейером. Так, что у нас по электростанциям? Сверху мы тогда сейчас еще электростанции воткнем. Уже на исходе ресурс. У нас будут еще пушки. Поэтому я прям сейчас все тут заставлю электростанциями, наверное. А еще нужен спайсик, наверное. Да. Так, электричество. Пушки, они, в принципе, не так много вот эти жрут. Электричество. Сейчас должны уже высадиться эти первые сардукары. Так, есть, отсрочили падение электричества. Теперь можно ремонтный ставить. Вот ремонтный, его можно полностью обносить этим самым забором бетонным. И это будет хорошо. Вот так мы сделаем. Так, кто? Снизу опять. Давай, долби. Вот, все. У них хорошо, у Катюш. Жизни мало. Во. Ох ты, нифига тут. Но они... Конечно, у них... как сказать? Так, сейчас перевезут еще денег. У них... вблизи, когда они бьют, да даже когда сдалека лупят, у них точность кошмарная, конечно. То есть с точностью у них большие проблемы. Так. Что, блин, фиолетовых не везут? Странно. Странно. Так, едет Харвестер. Ну, блин, я точно знаю, что здесь они будут. Если их не будет, то это тупо баг какой-то. Потому что, начиная с третьей миссии, эти постоянно должны атаковать чудики. Так, а еще хай-тек у нас, да. Но если поставить хай-тек в фэктори вот эту, она вообще ничего не даст. Ну, то есть можно будет строить... кэриалы, которые таскают технику. Ну, можно будет одну, кстати, да, поставить. Чтобы она возила, например, технику подбитую, которая в атаке у меня. И закидывала ее в ремонтный. Как-то так. Да. Сейчас мы ее обнесем тогда. Вот это косячок, что вот здесь... Нельзя эту поставить. Блин, в круг ее не удастся обнести тогда сейчас. Ремонтный. Так, ладно, строим танки. Тут что-то. И надо, наверное, еще один Харвестер построить. Так. Иди пока в защиту. Еще один едет. Ой, замечательно. Так, тогда строим танк, и надо будет еще Харвестер один. А в идеале два, чтобы на каждый завод было по два Харвестера, чтобы они по кругу просто гоняли, 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 гоняли. Так, вот так. Так, ну в принципе можно собирать уже потихоньку атаку. Так, вот этих ребят, от них надо избавиться, потому что вместо них можно будет построить танки. Жалко, конечно, ребята, но вами придется пожертвовать. Вот такие еще можно в разведку отправлять. Чисто вот просто, чтобы их там уничтожили, как бы, и все. Так, это у нас Харвестер еще не поехал. Так, ты поехал сюда, да, на передовую, зараза. Да и ладно, езжай. Сейчас, если червя откроешь, схавает, пускай это. Че не стреляем-то? Как раз он схавает...
скажем так, ненужную технику. Так. Здесь, чем дальше, тем больше времени будет уходить просто на обустройство базы. Благо, здесь пока нету еще летательной техники, атакующей именно. Вот оно. Не надо спешить с этим. Что нету? Странно. Чего там такое? Все, размазали. Так. 299, 300. Катюши продолжают, блин, лупить. Так, что-то, походу, все-таки не будет этих балбесов. Синих, фиолетовых, точнее, в этой миссии. Так, ладно, тогда еще один харвестер построю. Наверное, все-таки не будет. Странно, на самом деле, это. Как-то странно. Так, знаете, что я сделаю сейчас? А, денег нет. Шикардос. Так. Чечиков уже завалили, да? Так. Надо пушки вот сюда, на передовую прямо выдвигать, чтобы они вот отсюда лупили. Издалека. Воу. Ой, ты, подранок. Сейчас чуть-чуть поле зрения расширим, опять же, для наших. Ах ты, вот, открыл, да? Собака. Так, прячемся. И отдаем технику. Так, 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 так. Давай, 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 не давайся ему, не давайся. Так, где еще один? Где еще один? Так, все. Вроде все. Так, а ну шмальника сюда. Хорошо. Танк! Так, пацаны, в атаку! И надо какого-нибудь подранка еще отдать. Так, деньги, что с деньгами? Так, ты езжай сюда. Это у нас что? Ага. Ну, что ты не жрешь? Вот сейчас начнет опять мозги колупать, ё-моё. Давай, не будут они стрелять тебя даже. Чё не стреляем-то, дебилы? Дали вот выстрелить ей два раза, блин, по заводу. Бесит больше всего это. Тупят. Так, одну сожрал. Больше не хочет. А, вот и третий у нас появился, чувачок. Так, давай-ка танки строить. Ну ты будешь хавать, нет? Давай он не будет тебе стрелять. Он такой скромный. Так, поехал, поехал. Стой пока. Так, по кому она тут стреляла? Не успела стрельнуть. Так, чё сожрал? Подожди. Я не вижу. Он всех поел. Так, квада нету, да, джипика? Этого одинарного человечка тоже нету. Походу, все. Тогда. Тогда все. Не вижу я, да, белой этой штуки. Но он же белым отмечается на карте. Так. Давай-ка вниз еще в охрану пока что. Ну все. Нормально. Живите, пацаны. 4 харвестера.
Отлично. Все, все, все. Все. Так, а можно туда еще пятнышко это поставить? Сюда вот. Man. Так, тут они, блин, сняли мне. Вот так. Давайте пушку поставим первую. Тут разбомбили, блин, фундамент. Так, строим, продолжаем танки. Так, тут все зеленые. Сюда тоже надо пушки продолжать ставить. Так, ну-ка. Вот сюда. Главное, чтобы по ним не лупили вот эти вот мандавошки. Ну, стреляй. Во! Во! Во, все. Один раз успела шмальнуть, и хватит. Так, вторая. На самую передовую ставим. А там как бы посмотрим. Да, они мало занимают электричество. Вот те, которые будут уже ракетные. Зенитки. Артиллерия. Там, да, они уже хавать будут гораздо больше электричества. Так, давайте теперь еще вниз проведем. Тоже здесь на передовую надо будет выдвинуть. На самую. Так. Так, тоже ведь сюда. О-о-о, Катюшечка. Ну что ты снимаешь мне тут бетон? Тварь такая. И к ней надо как можно больше вплотную подъезжать, потому что она, блин, под себя она стрелять не может, естественно. Так, во, пушки уже, блин, начали. Все. Главное, чтобы по ним Катюши не шмаляли, блин. Что они гораздо более дальнобойные, чем пушки. И это будет грустно. Так. Я что еще хотел? Я еще хотел спайс поставить один. Пока что он нам, конечно, не нужен, потому что бабки разлетаются в момент, но... Но... Когда мы пойдем в атаку, это немножко... Так, сюда-сюда. Давай вот так вот сделаем, наверное. Чтобы мог заезжать сюда этот... Харвестер. Так, надо продолжать этот обносить. Так, что там по электричеству? О, еще дофига. Ну, как-то так. Сейчас сюда парочку хотя бы бахнуть, чтобы уже в помощь танкам. Ты что, блин, танки что-то долго отупляются, пока они свое дуло развернут, блин. Подумают, что надо стрелять, или может не надо, может нам помогут эти... Вот, пушки будут быстрее, по идее, реагировать на все это дело. Так, танки строим. Так, кстати, у нас же есть теперь ремонтный завод. Едь-ка, товарищ, отремонтируйся. Блин, не удастся мне здесь эта задумка. Не получится полностью обнести забором. И они все равно будут вылазить. Так, в атаку у нас уже, значит, 5 танков есть. Хорошо. Так, давайте, наверное, еще одну электростанцию сюда поставим. Уже 2,5 косаря. Рубасов у нас. Так, уже тут шмаляют, что-то вон приехало. Пум. Так, это у нас электростейшн. Так, ну закрыли хотя бы главный. Так, этот у нас починенный, да? Да хрен с ним, пускай 2 стоят, там пушек. Столько. Давай вот так, мужик. Во как. То есть они... Вот как это называется? Они прошли, какие-то ссаные пехотинцы прошли, и даже не покоцанные, в них даже вообще никто не стрелял. Ну как вот так-то, блин, а? Вот оставь этих придурков без присмотра полностью в атаке. Просто жесть. Я поэтому, блин, не оставляю. Вот, не люблю вот этих вот
вставлять закоулочков. Блин, давай, есть сюда. Ой, идиот. Ну какой же ты тупорылый, а? Все, да это какой-то кошмар, блин. Ужас, блин. Просто. Чё, как это произошло? Как он, блин, пролез? Да хоть сверху, хоть снизу он пролез. Почему по нему никто не стрелял? Столько уже пушек стоит, блин. Да. Войска, блин. Ой, так, два танка, и там наверху два. Ладно, больше пока не буду. Кто? Да откуда они пролазят, блин? Как? Надо, блин, это найти, лазейку эту, блин. Что, я пока ни черта не понимаю, надо сюда пушку ставить, лучше две. Это сюда чечики пролазят, сюда Катюша пролезет, и все, она всю базу разнесет. Никто не достает до них. Кошмар. Я, блин, охереваю с вас, ребята. Наверное, надо тут пушками заткнуть вот этот вот аппендикс, блин. Откуда эти проныры пролазят? Они вот как-то вот так пошли, что ли? Теперь. Что-то вообще тишина, никто не нападает. Почему-то. Вот где мои пушки стреляют. Так, ну вот, отряд отсюда идет. Здесь, понятно, они его разнесут в клочья. Это без проблем. Я сейчас вообще по периметру все пушками обнесу, и, блин, хрен кто подойдет. Ё-моё, вы меня бесите. Так, ну-ка. Башенку сюда воткнуть. Заткну все-таки эту ерундистику. Зря оставил. Так, что там танки строятся? Во-во-во, едет. Нет, ну тут они стреляют, как бы. Тут чечики бы не прошли, их бы тут заколбасили. Просто. Какого фига чечики залазят туда? Я не понимаю. Фига у меня в атаке уже сколько? 8, 9, 10 и еще не предел, да? А, нет, все. Так. У меня харвестеров в этот раз аж 4 штуки. Там было во всех миссиях по 2 я использовал. Так, надо еще пушек поставить. Так, обнести этот. Блин, даже здесь вот я начну обносить, это будет стрёмно, это объезжать танком придется. Некрасиво расположил, конечно. Нехорошо. Нехорошо. Как-то. Во, уже уперлись в это, в лимит. Ну, правильно, строить больше ничего нельзя из техники. Это основная статья расходов. Но снизу они меньше нападают. Они вообще что-то как-то поначалу напали так жестко, а потом сбавили. Прям сильно сбавили. Так, ну-ка, полечить тут кого-то надо было. Че там? Кто стрелял-то? По ком? Так, о, Катюша едет. Опасная мразь. Вот честно, даже не знаю, закрывать здесь. То, что вот эта лазейка останется, и все равно не будет никто возить мою технику. Блин. Не знаю. Не буду. Впредь буду это самое. Внимательнее просто. Пушками сейчас лучше отнесу все. И все. И все. Так. Давай тоже полечись. У вас что тут? О, зелененький вообще. Так. Что тут?
где-нибудь еще в середине базы воткнуть. Вот. Сюда на угол. Здесь парочку поставить. Вдруг все-таки высадят этих фиолетовых. Хотя, раз до данного момента не высадили, значит, уже и не высадят. Но тем не менее. Тем не менее. Хрен его знает. Так, давай вот сюда, чтобы не мешать. Так, харвестеры в уголок будут заезжать. Сюда пару пушек. Как раз они это сюда простреливают. Это и наверх, и вниз пойдет. Электричество дохренища. Вот. Так, танки больше нельзя. Ты починился, красавчик. Давай обратно. Фига вы тут выгрызаете вчетвером. Скоро к врагу полезете, да? Так, чуваки. Вот я серьезно, я не помню, на какую базу лучше нападать. Вот мне кажется, тут с подвохом все-таки. Мне кажется, тут на маленькой базе главное стоит. Вот. А... Так. Во! Сюда аж прорвался! Да откуда? Вот хорошо здесь пушки стоят, они его размочили. Раздолбили просто. А так бы вот он сюда залез, тут бы сейчас шмалял. Тут я закрыл эту штуку, да, ему, он больше не стреляет. Капец, блин. Что за бред, а? Опять фундамент у меня раскололи. Блин, вы, наверное, потом в комментариях мне напишите, что я не заметил там того, не заметил, как они вот тут едут. Но я реально не могу понять, откуда они вылазят, эти твари. Так, сейчас вот сюда на выступ еще поставлю. Пухолок. Так, у меня еще один есть запасной под электростанцию, если еще. Ну, так что нормально. Ну и вниз еще надо будет поставить. И все, идем в атаку. Просто я, блин, не смогу это на два фронта разрываться. Надо сначала базу укрепить, все сделать так, чтобы... Типа я ушел и был спокоен за то, что... Так, надо бы желательно еще вот здесь снизу поставить пушек. Кто там? Кто там? Ага, приехал. Давай еще вот сюда воткнем. Так. Сюда, чтобы начинал стрелять, как только она появляется, да? Сюда, короче. Ну, давайте, мужики. Оп, оп. Тихо. Надо тут проверять еще. Хоть по пушкам не стреляют. Все они начнут по пушкам стрелять, это все пиздец. Повыносят тут все. Так. Надо сюда еще фундамент будет поставить, еще две пушки влупить туда. Чего там, кто? О, стреляют, смотри. Надо их поставить по-другому. Тоже дурень стоит, в свою собственную пушку лупит. Не знаю, или как тебе, или вот сюда тебя поставить, блин. Идите от пушки вообще. Так. О, пукалка уже, слушайте. Вот откуда опять он прибежал, что по нему не стреляли? Он до сюда смог добежать. Как-то, видимо, вот отсюда они бегут. Капец. Так, внизу еще надо поставить. Что вот такой лазучик проберется? Как вот во второй миссии, помните, у нас? Одна машинка, блин, проехала. Я вам долго на эту тему затирал, как раз в той миссии. Встала в трех кирпичиках от моих войск. От охраны, вот прям рядом стояла. Ну просто стояла уже на том расстоянии, на котором они чуть-чуть, но уже не достают. И все, и главный завод взлетел на воздух. В одного просто расколбасило, блин. Так и сейчас, блин, я в пылу борьбы сейчас в атаку пойду. Какой-нибудь один лазучик куда-нибудь пролезет и будет мне ковырять базу, блин. Как вот они пролазят здесь? Собаки такие. Так, что, еще одну электростанцию поставить, уже закрыть этот вопрос. Кошмар. Все, ставлю еще одну электростанцию сюда. Сюда еще две пушки на всякий случай. И все.
Так, кого-то тут завалили, да? Так, вот тут еще можно поставить. Так, да? Хорошечно, хорошечно. Денег все равно уже девать некуда. Все, танки уже почти не страдают, потому что пушки работают отлично. И многие даже не успевают. Ох, блин, а вот это опасно. Ребята, у них-то Катюши есть. Они вот сейчас тут так быстро разделают. А че вы все выгрызли здесь? Вот еще есть, да, у нас? Блин. Так, сюда поставлю. Еще сюда. Вот они. Ну, чечики, понятно, они даже не доходят. Сюда. Ну, еще куда-нибудь и все. А то мои пацаны, они уже тут заколебались копытами бить. Вон едет, блин, собака. Да, вот поставим тоже. Однако. Подмогу вам. Все-таки основные фланги это этот и вот этот. Ну, здесь у меня, в принципе, больше всего пушек сосредоточено. Все остальное по кругу базы, но это чисто, чтобы мало ли от лазутчиков каких-то. Мало ли что может быть. Сюда вот еще три поставлю. Чтобы добивало тех, кто мимо этих проскочит. Так, главное, чтобы ракетницы не стреляли по моим товарищам. Комрадс. Так, тут нельзя закрывать. Тут Харвестер заезжает, да? Чего ты вот уткнулся? Так. Куда еще? Давай вот сюда. Уже на Верочку не проехали. Так, все. Все, база вроде. Сейчас проверим все здания, чтобы были целые. Вроде не шмаляют, то есть Катюши даже не проезжают и не стреляют по этим. Все. Ну чё, куда будем нападать, наверх или вниз? Нападают больше сверху. Просто обидно будет расколбасить, допустим, нижнюю базу, да? Она маленькая, но там не будет, если главного завода. Тут не очень. Зря просто, они будут ее отстраивать. Ну ладно, начнем снизу, фиг с ним. А с другой стороны, расколбашивать будешь основную базу, ту здоровую, а там, допустим, нет главного завода. Тоже будет весело, блин. Так, сейчас мы где-то вот... Вот так вот. Главное, червя еще одного не открыть. Тут сразу минус три танка, блин. Я уже от него никуда не денусь. Прошу прощения. Простуда это. Ага, вот. Ну это вот здесь маленькая, да, база. Давайте, пацаны. Колбасим ее. Че ты встал? Че вот встал? Я ж тебя направил. Едут. Так, второй отряд на эту. Супостата. Ох, не стойте, мужики, не стойте. Кучка еще такой, ё-моё. Подстава же жесткая. Поближе, поближе подъезжайте к ней, не стесняйтесь. Она ж, блин, такая тварь. Все. Есть. Так, ну где-то тут... А, вот уже и база. Все верно. Ага, ага, пушки, 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 пушки. Пам. Так, охрану тоже надо посносить. А
чё встали-то? А, вы еще ориентируетесь на них? Ага, этот в одного воюет с пушкой. Ладно, стреляй пока по ней. Потом всей ватагой направимся на ту. О, возит все-таки, возит. Но она назад не будет отвозить. Если бы у меня был... Все, понял. Я вспомнил, как это работает. То есть, если бы он у меня был полностью обнесен этим, она бы их еще и назад отвозила. Прямо на то же место абсолютно, на котором он стоял до. И, кстати, да, нету здесь, блин, главного завода. Нету главного завода. Мужики, давайте. Ну хотя бы охрану сняли, но правда. Это мало утешения в этом. Так, строим танки. Я почему их так веду? Потому что. Во, есть. Во, видите, уже ставят заново. Заново ставят пушки. Сейчас они хотя бы ставят без цемента ее и... Блин, там еще одна. Капец. Да, и они ее, в принципе, быстро разносят заново. Так, ладно, отвози, отвози, отвози. Так, мы соберем наших подранков опять вот здесь. А, хотя... Вот текс. Текс. Вот текс. Нет, вот так. И вот так. Так, что-то там еще взорвали. Еще одну пушку поставили, блин. Так, мужики, давайте теперь вот эту взрывать, да? Тех. Тему. Блин. Стреляет. Ну смысла, да, с этой базой воевать нету смысла. Тогда получается. Я ее всю разнесу, они ее все равно всю восстановят. Это так трепать их деньги им, типа якобы. Ну. Не будут поступать, но это тоже бред. У них на основной базе там их 5 этих сборщиков, я не знаю. Поэтому, короче, давайте-ка. Теперь будем ватагу собирать на верхнюю базу. Вот здесь, наверное. Так, давай езжай. Чё? Как он заработал? Кого-то еще отвез. Ну это сверху с охраны снял. Ладно, снимаю я оттуда свой отряд тогда. Двое доехали только. Все, разнесли. Ну, давайте все пятеро, короче, отсюда сваливаем. Можно, конечно, потрепать их еще, но какой смысл реально? Смысла вообще нету. Ради, блин. Непонятно чего. Так, где там мои войска? Давайте сюда. А, все-таки не поехали. Сейчас где-нибудь второго червя открою, пипец. Так, ну ладно, заводы все нормальные. Как по вам тут еще не лупят? Я вообще в шоке. На самом деле.
не очень близко уже к вражеской базе. Ну, либо я чуть-чуть путаю, где она. Но до базы там реально уже совсем немножко. До вражеской. Ты чё, сачкуешь? Дезертир, что ли? Ух. Да. Без Катюш, конечно, тяжко, но можно. Не восстанавливают, смотрите-ка, пока. Чё стоим-то опять? Капец. Пацаны, не разочаровывайте меня, ладно? Шеренги в две становимся. Так, и все. Не сюда. Так, вы все зеленые? А ты как сюда попал, подранок? Иди лечись. Хотела его забрать сама. Вместо тебя вот этого поставлю. Как он вообще затесался сюда? Какой подратый. Все, ты на этого. О, кого-то замочили из наших. Здесь, да? Да, в охране кто-то погиб. Смертью храбрых. А, либо да, блин, харвестеры начинают обстреливать. Вон они где. Спалились собаки. Ладно, нахрен. А, они и тут все выгрызли уже. Капец. Ну вот сюда можно, кстати, отправлять. Там сейчас базы нету, поэтому поспокойнее. Так, вот, да, дырка. Ну давай вот сюда. Нападем с фланга. Так, ты иди в охрану. Один танк все-таки нужен, чтобы он агрил на себя технику. Хотя, они снизу... Че, они там восстановили? Нет, базу. Ага, они поставили здесь уже добывающий. Ну ладно, значит, со временем и танковые восстановят. Ладно, иди тогда наверх. Сверху все равно больше нападают. Хотя, как сказать, подожди, я сейчас начну там с верхней базой воевать. И они сверху перестанут лезть. Все будут на меня там, на атакующую армию мою агриться. Че вы, блин? Что происходит? Какого хрена? Так, вот шишку эту взрывать или нет? Это им подспорье здесь. Хотя мои сейчас сюда будут ездить, все равно я их отвлекаю, да? Ладно, взрывайте. Так, все. Так, все, вроде равнение все на одного осталось. Так. Сейчас еще чутка повыше. Очень карта, кстати, похожа, когда за Харконинов играешь в третьей миссии. Может, это даже она и есть. Так, стоит. Смотрите, как она классно спряталась за это. Ай-яй-яй, уже пушка шмаляет. Все, нападаем. Едут все, все мои едут, едут пацаны, едут. Так, вы тут этого подонка валите. Поближе, пацаны, поближе, подкрадываемся. Чё у нас тут? Разносим этого мужика. Так,
Потихонечку подползаем. Реально похожа карта очень. Очень прям похожа. Да хватит стрелять в то, чего уже нету, блин. Так, уже двоих замочили. Ое! Катюшу вали! Вали Катюшу! Двоих танков завалили. Катюшу мочи! Так, ну-ка, проедь-ка сюда. Ох ты, блин. Тут не пробиться, да? Да, блин, тормозит жуткая игра, когда начинаешь большим количеством войск атаковать. Так, блин, еще одна зараза. Есть. Задавить нахер этого козла. Так, вот оно, блин, вылезло тут. Ну и куда ты едешь? Ой, хорошо, он не простреливает ту же горку эту сраную. Так, 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 так. Так, блин, нихера меня раздолбали. Танков уже мало осталось. Воу! Зато все новые. Так, где тут мои воюют? Сюда, пацаны. Так, все поехали. Так, что-то развалили. Неплохо. Так, ну вроде все поехали. Хорошо. А, в охране все-таки. А, не, он не служит. Так, что у нас тут с этой базой? Восстановили полностью? Нет, они не поставили там ударные войска. Хорошо. А, блин. Успеет забрать, не успеет? Есть, успела. Ха-ха. Отлично. Ладно, первая атака у нас такая полностью прям... Не удалось провести массированную атаку. Чё встали-то? Чудики, ой, чудики. Чудики. Так, знаете чё, блин, на главной базе тут не подберешься, на самом деле. Стой, 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 там пушка уже. Ладно, вот это тут точно не справишься. Так, ну вот эти двое стоят, они тут Катюш хотя бы караулят. Они тут не пролазят. Так, чё там, мои пацаны? Поехали все. Главное, сначала стартанули все, потом тут что-то крутились-вертелись, позапутались, видать, и остались тут. Один всего приехал. Капец. Вот они. Войска. У вас, блин, толку здесь вообще никакого, знаете что? Сюда езжайте-ка. Ща, тогда пойдем опять с этого фланга. Надо сюда... парочку танков еще, чтобы они эту пушку раздолбили. И тут появляются еще эти Катюши. А эти будут с этого фланга долбить сюда. Снова надо будет две пушки снести. Но это как бы ладно. Это ерунда. Давайте во вторую шеренгу становитесь. Так, еще, наверное, вас как раз двоих сюда перенаправлю.
Так, одна шеренга на одну пушку, другая шеренга на другую. Да? Ох, блин, поставили еще одну. Так, есть. Быстро заминусили. Перенабрасывайтесь на эту. Хорошо, хорошо. Качественно работаете, пацаны, качественно. Все. А, все, работают с ней. Блин, приехал этот урод. Так, пацаны. Работаем аккуратно. Ладно, добивайте. Так, не попадают, да? А, и этот не попадает, отлично. Дуралей. Есть. Так. Ох, как они строят быстро. Возобновляют пушки. Так, электростанцию возобновили. Так, помогите-ка им. Ну ништяк, они все деньги тогда сейчас вгрохают в то, что Харвестер им принес в это, в отстройку снова базы. Так, сойди-ка с пушки, ты чё, тебя сейчас законопатят нахрен. Да не туда ты стреляешь, ё-моё. Продолжали стрелять, когда электростанцию разнесут. Так, ну а ты тогда сюда стреляй, по-моему. Так, есть электростанция минус. Долбим, ать. Так, там опять кучу танков задраконили, да? Давай, стройся. Давай, 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 давай. Ох. И уже что-то она нифига не спасает. Так, подмога. Так, тут у меня что-то пацаны сочкуют вообще по жесткой. Ага, ага. Валите ее. Она не отъехала далеко. Так, что там, пацаны? Опять не поехали, блин. Застряли где-то тут. А-а-а. Есть за ним. Все. Так, что-то еще взорвали. Так, главное уничтожили, хорошо. А, не, не уничтожили, да вы чё, блин. Вот это дело, валите. Все, вот теперь уничтожили, отлично. Валим. Ремонт. Почему он вообще себе ремонт не поставил? Он никогда технику комп не ремонтирует. Вообще никогда. А этот завод тоже сам по себе ничего не открывает. В принципе. Ага. Мужики, давайте-ка Катюшу тоже зацепим эту. О, приехали мои хлопцы.
Ну давай снеси ее, что ли. А, нифига у них крепкие стены. О. Так, одного надо на харвестер натравить. Не-не-не-не-не, на харвестер. Ага. Так, нет, не стреляйте, продолжайте по этому. Вы сюда. Так, ну и снизу там останется... Сколько у них там? Три завода. Ветераны пойдут с ними воевать. Туда, вниз. Лучше так. Так, что у меня тут есть? Один танк, да? Ты чё, ты, в принципе, целый. Там прям фейерверк, ё-моё. Так, давайте тогда... А, они танковые так и не восстановили. Сюда. Ты тоже сюда, вы тут, короче, справа будете в засаде сидеть. Так, а тут у нас чё продолжается? Тут еще продолжается веселье. Все, остался один. Да, вот когда на один завод направляешь каждого по очереди, это, конечно, неудобно, но а что делать? Чинят, 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 фиксят, молоточком бьют, тюк-тюк-тюк-тюк. Не поможет. Твари, не поможет. Реально, карта это, по-моему, та же самая, которая у Харконинов, я говорю, в третьей миссии. Вот. Это четвертая Ордосов. Так, давай. Ты на этого. Ты на этого. Ты на этого. У тебя как? Вот и отлично себя чувствуешь. Вот так. Так, ну что, двинули? У меня, скорее всего, харвестеров там. Да? Да? Enemy unit approaching. Вы что, снизу там что-то построили? Нет. Угу. Так, а, этот харвестер там долбил. Вообще отлично. Ты целый? Целый. Давай тогда, ты будешь предводителем. Завалил харвестера? Завалил, молодец. Будешь награжден, скорее всего, посмертно. Так, где тут база? О, как раз мы на нее и выйдем. Вот так. Прям прямой наводочкой. Все едут? Все, отлично. Неужели достигли взаимопонимания? Так, сюда, сюда, сюда. Ты их сюда веди. Так, разносим, пацаны, разносим. Acknowledge. Report.
Ну и все. А, Харвестер где-то уехал. Уничтожить, мразь. Я сейчас действую уже как за Харконинов хотел. Но тем не менее. А, куда-то делся. Убежал один, сволочь. Ну ладно. А может, они его и загасили. Я не заметил. Он выехал, проехал мимо моих или нет. Хорошо. Ну, достаточно тоже такая получилась сложная на самом деле миссия. Опять же, я говорю, за счет того, что, блин, у них есть Катюши, и они сдалека лупят, а у меня дальнобойного оружия вообще нет. Пушки здесь еще тоже не дальнобойные. Катюш у меня нету вообще ни в каком виде, нигде их не могу достать пока еще. И поэтому танками, да. Зато все вблизи давится, и если Катюша близко подъехал, то все, она обречена уже и ничего поделать не может. Ну, в общем, да, танковый раш тут решает. Вот, немножко не на ту сначала базу все-таки поехал. Я перепутал с другой миссией, по-моему, за... А может, даже за Ордосов следующая. Ну, ничего, в следующей миссии у нас Катюши, я не помню, уже появится. По-моему, Старпорт уже можно будет следующий ставить. Но там появятся еще у нас и Сейдж-танки, двухдульные осадные танки, здоровенные, огромные, это мои любимые танки. Вот, они уже, во-первых, издалека тоже лупят. Не как Катюши, конечно, но тоже очень далеко. Вот, но там уже появятся и пушки, ракетные установки дальнобойные. Мы поздравляем тебя, но подобных результатов мы ждем с самого начала нашего сотрудничества. В смысле? А типа вначале я вас подводил, что ли? Я что-то не понял. Ты это, поаккуратней тут, за меня как бы войска. Я ни на что не намекаю, но тоже аккуратней. Последующие успехи обессмертят твое имя и возвеличат дом Ордосов. А вот это правильные слова. Это правильно. А, еще и орнисоптеры, по-моему, уже следующие появятся. А может, нет. Орнисоптеры, по-моему, появляются первый раз там, где появляется спецоружие. Соответственно, девастаторы, соник-танк, это значит в шестой миссии. Значит, нет, не будет еще. Но сейджи точно будут уже. Сейдж-танки. И Старпорт, по-моему, будет. Так, мы у нас 0 здания не уничтожили. А, войск уничтожено. 120 единиц у них и 21 у нас. Неплохо, неплохо. Ну, так как сейчас уже появились пушки защищающие, то, конечно, уже больше погибает людей. Войск. Уже час эта миссия. Но я говорю, тут больше, блин, базу обустраивал. И не напали все-таки здесь эти фиолетовые. Странно. Странно. Может, нам удалось их подкупить? Тоже, кстати, может быть. Типа, ребята, не на тех напали. Вот. Ну что же, ладно. Надеюсь, что вам эта миссия понравилась. Она такая достаточно была упорная. Поначалу позиционная борьба. Вот. Но, тем не менее, дожали. Комментируйте, ставьте лайки, кому понравилось данное сражение. Ну и с вами был как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об Играх. Всем до встречи, пока-пока, и увидимся в следующих сериях. Да, забыл код показать. Виллиментат. Вот. К пятой миссии Вилли Ментат. И, соответственно, здесь у нас общее слово для всех это Ментат. Ментор. Учитель, да? Вот. Так что есть Эвил Ментат, Вилли Ментат и еще какой-то Ментат. Ну все, теперь всем пока.